В 2012 году украинский «Энергоатом», который управляет четырьмя АЭС страны, столкнулся с техническими проблемами на южноукраинской АЭС. Проблемы были вызваны повреждением топливных кассет американского производства. По оценкам экспертов, убытки «Энергоатома» составили около 175 миллионов долларов. Летом 2013 года сотрудники этой станции обратились к правительству с требованием прекратить использование американского топлива из-за угрозы ядерной и радиационной безопасности. В 2013 году все топливные кассеты Westinghouse были полностью извлечены из второго энергоблока южноукраинской АЭС. Член украинского ядерного общества Михаил Уманец. Что для нас означает замена топлива российского на топливо американское? Обыватели думают, что это просто, так же как уголь из Донбасса заменить на уголь из Польши, потому что он будет лучше гореть. Но Westinghouse везде на мировом рынке проигрывает по качеству российскому топливу. От американских тепловыделяющих сборок уже отказались атомщики Финляндии и Чехии из-за разбухания, деформации сборок и даже аварийной остановки реактора. Практика показала, что использовать американское ядерное топливо небезопасно. Но его цена ниже, поэтому украинские власти так настойчиво продвигают проект сотрудничества с компанией Westinghouse. Дмитрий Хмара, украинский эколог. Найти рациональное зерно в работах по переходу на топливо Westinghouse на блоках ЮАЭС просто невозможно. Непонятно, кому нужно тратить огромные ресурсы на опасные эксперименты и более дорогое топливо. По заявлению «Энергоатома», оно на 30-50% дороже российского. А сбой в работе на южноукраинской АЭС стоил стране почти 200 миллионов долларов. Российское ядерное топливо возвращалось российской же стороне. Отходы Westinghouse придется хранить на Украине. Во времена Януковича сотрудничество с Westinghouse было приостановлено. Зато с приходом новой власти проект продолжился. Соглашения с американцами подписаны до 2020 года, и закупки планируется только увеличивать. Также Украина собирается принимать отходы АЭС из других стран и закапывать их на своей территории. Что же вся эта история значит для России? Конечно, Росатом понесет финансовые потери в случае замещения его топлива американским. Но это пустяки в сравнении с техногенными рисками. На Украине действуют 4 атомные станции. Запорожская – крупнейшая в Европе. Она расположена относительно недалеко от наших границ. Вблизи от европейцев находится Ровенская и Хмельницкая АЭС. Так что украинские игры с топливом могут отразиться на всех. Но эту опасную ситуацию еще не поздно изменить, чем и занимается Россия. Сегодня создана и действует система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Она объединяет силы предупреждения и аварийного реагирования. Российские аварийно-спасательные формирования уже оснащены новейшими средствами контроля радиационной обстановки, уникальными системами диагностики состояния аварийных объектов, робототехническими комплексами разведки и ликвидации последствий аварий. Также осуществляется круглосуточный мониторинг ядерной и радиационной безопасности, основных производственных процессов, транспортировки спецгрузов и отслеживается радиационная и экологическая обстановка на всей территории России. Более того, периодически проводятся крупномасштабные учения российских войск радиационной, химической и биологической защиты. Так что работа по ядерной безопасности России идет полным ходом. И мы готовы ко всему.